Вы клянетесь говорить правду, только правду и ничего, кроме правды? Да. С возвращением, детектив. Я слышала, вы уходите в отставку. Я тоже слышал. Поздравляю. Спасибо. Сколько лет отработали? 33. Уверена, коллегам вас будет не хватать. И нам, народу, тоже. Благодарим за вашу службу. Сколько подозреваемых вы допросили во время расследования? Одного. Подсудимого. А Тревора Уильямса? Да. Вот этот султанчик. Он очевидец. Конечно, я с ним поговорил. После этого допроса мер вы не принимали? Нечего было принимать. Вы не допросили Дуэйна Рида? Кого-то из аптеки? Человека по имени Дуэйн Рид. Это шутка? Нет, но наверняка он их часто слышит. Он был с мистером Уильямсом во время перепалки с подсудимым и мисс Корниш у ее дома. Но его вы не допросили. Мистер Уильямс заявил, что был один. Пустоту я допросить не мог. И вы не в курсе, что мистер Рид был не раз приговорен за нападение? А что насчет Роя Ладея? Это кто? Друг Дуэйна Рида? Еще один очевидец. Еще один очевидец – это мистер Ковал, сосед напротив, который сообщил о взломе. Еще один, но не единственный, как и мистер Рид. Вы не допрашивали мистера Дея? Опять же, я не мог допросить людей, о которых не знал. Нет, вы его видели. На записях с камер слежения бензоколонки. У него тоже была стычка с жертвой и подсудимым в ту ночь. Вы точно его не допрашивали? Вы уже знаете ответ. За 19 лет в отделе убийств сколько дел вам поручали? Не знаю. Может, 300. И на всех этих местах преступления. Ведь было важно отсмотреть улики, фотографировать, каталогизировать и трепетно хранить. Естественно. Что это? Ингалятор от астмы. Вы знаете, где он сейчас? Его спросите. Кого? Подсудимого. Я его отдал. Что он с ним сделал, не знаю. Простите, вы его отдали? Да, мне повторить? Я пытаюсь вас понять. Вы взяли ингалятор с места преступления и отдали ему? Верно. Почему? Он был нужен. Подсудимый волновался, ему было тяжело дышать. Вместо того, чтобы отвезти его в больницу, как заведено в таких случаях, вы взяли улику с места преступления? Да, взял. Ее уже сфотографировали и пометили. Почему бы и нет? Может, потому что это крайне некомпетентно и нарушает полицейские правила о том, что цепь улик не должна быть прервана. За 33 года могли бы усвоить. Он страдал. Простите, что попытался облегчить его страдания. В этом дело? Или в том, что ингалятор не подходил? Понятия не имею, о чем вы. Если перчатка не подходит, виноват он быть не может. Ингалятор не стыкуется с безумным убийцей, который нанес 22 ранения между затяжками венталином. Нет, причина не в этом. Я ее назвал. Может, вы и сами не знаете? И так вам диктовало подсознание, если вы изначально сомневались в его виновности. Подсознание? Если бы процессы в подсознании можно было описать, оно бы так не называлось. Так что выяснить нам не удастся. Или ваш следующий свидетель Фрейд?